нет. Эй, друзья, всем привет! Как ваши дела? Очередная история от Маши. Да! Сегодня я приехала на очень интересный тренинг Ицхака Пентасевича. Я не смогла его пропустить. Нет. И самое важное, что он двухдневный тренинг. Когда я думала, что просто иду на тренинг, то я думала, он где-то проходит в центре Москвы. Нет. Это реально целые два дня. Это за городом. Отлично. Похоже, что я остаюсь. Тренинг начался сегодня в 10 часов утра. Закончится в 12 часов ночи. В общем, мне все это очень интересно, потому что реально работает, заряжает. Поэтому следите за моими событиями. Друзья, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк. Я все это делаю для вас. Ваша Маша. Ребята, кто начинает с утра запоздать, так это я. А также я готовлюсь к концертам. Ю-ху! Я никому ничего не должен. Я просто могу выбирать, кому отдавать, кому не отдавать. И когда человек берет этот выбор в свои руки, то тогда у него и больше сил, и больше жизни. Моя жизнь на 100% зависит от меня. Есть обстоятельства, обстоятельства, а есть я и моя ответственность. Сама идея понятна. Кричишь, идешь. Да! 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 Хочу вас лично познакомить с моим гуру, мне кажется, так уже, потому что я реально подсела. Ицхак Пентасевич. Ицхак, скажи, пожалуйста, зачем вообще все это людям надо? Мотивация какая? Обычный человек живет скучной серой жизнью, примерно на 10% от своих возможностей. Он мог бы вообще невероятные вещи в мире делать, а он живет, вот его запрограммировали, запустили как трамвай по рельсам в школе, и он себе едет. Я даю людям инструменты для того, чтобы убрать вот эти вот все ограничители, которые на них установило общество, мир, сам человек, и увидеть, что все в мире достижимо, реально все. Смотри, это ты как поднялась на гору, и ты видишь совершенно новые возможности. То есть звездами свыше энергетика придет, и ты будешь развиваться. Да, и ты будешь знать дальше, что будет. Да. Для тех, кто как бы тебя видит впервые. Главное в меня не влюбиться, потому что я женат, у меня трое детей. Спасибо большое. Я знаю, ты можешь. Я знаю, ты, вот конкретно ты, можешь. Звездные перцы звездят не по-детски. Старперцы! Филатов и Кэрос у нас в гостях. Машу поджидаем в гости. Здрасте, Дима, здрасте, Леша. Да, привет, привет. А значит, еще парни, раз. Я просто хочу напомнить дорогим моим любимым, уважаемым саратовским домохозяйкам, участники премии Нового радио «Высшая лига». Вы очень переживаете, и есть за что. А выдвинут ли вас на Грэмми? Во! Ну а где Маша вообще? Вот Филатов, Кэрос здесь, а Маша где? Вот если она так будет на премию Нового радио «Высшая лига» приезжать, но хотелось бы ее физически, так сказать, осязать. Нет. Машу поджидаем в гости. Филатов и Кэрос здесь. Напомню, парни и девушка выступают на премии Нового радио «Высшая лига». Я нахожусь в Крокусе, и мы готовимся к сегодняшнему выступлению на премии Нового радио «Высшая лига». Поцелуй, поцелуй. Друзья, мне кажется, не надо представлять, кто это. Это просто великий блогер. На YouTube со смешными роликами. Та-та-та-та-та-та-та. Па-па-ра-ра-ра-ра. Па-ра-ра-ра-ра.
А ты была на премии? Нет, я первый раз тут. Да, это ее блог. Да, он мой видео. Да, мой видео. Я теперь постоянно хожу с камерой. Не, молодец. Ребят, может объединиться в один блог? Ну, кстати, да, как его назовем? Куни Маста Стайл, вот. Друзья, ну антенну вам потолще и поглубже. С Новым годом! Сзади меня стоит человек Гусейнов. Как его? Гусейн Гусейнов? Гасан Гусейн. Я видела твое выступление на Сибирджим. Как впечатление от форума? Да, прикольно, мне понравилось. Жена нашлась? То есть ты всех просмотрел и понял, что все равно не твое? Еще не всех. Ты блог снимаешь? А, я пою и делаю свой Маша блог. Да. Я пою песню «Лирика» «Сектор газа». Ладно, мы выступаем. Ты, наверное, ну, ты будешь в зале, да, сидеть? Да, я вряд ли буду сидеть, я поеду. Ты вручаешь или что-то, или ты просто зашел? Я просто, на самом деле, зашел посмотреть. А что ты не подписана на меня? Не успела. Вот, теперь ты подписалась. Ну, я думаю, что после того, как ты меня встретил, я тебя обязательно еще приду в твоих мыслях. Ну, я тебя запомнил, если нужно будет, я, конечно, обязательно обращусь. Хорошо, хорошо. Спасибо, приятно было познакомиться. Взаимно. О, боже, боже, я скоро стану женой. Филатов, Кэрос и Маша, пришедшая. Всем доброе утро. Здрасте, Маша. Хочется, поскольку вы у нас первый раз в гостях в таком составе, хочется, чтобы от тебя услышать эту историю, как все произошло. Меня очень впечатлили слова. А мне показалось, что это олицетворяет отношение папы к дочери. Это значит, что этот человек не может обидеть. Если посмотреть на всех гениальных людей, которых вы знаете, их все критиковали. Вот уже мне эта критика. Маша, я хочу похвалить твой имидж. Отлично. Знаешь, вот этот вот лук горничный из сада Маза отеля, я смотрю, у тебя и каблуки... каблуки подкачали, повыше бы. Там тебе. Шпоры. Ну да, хотелось бы сказать, что у вас очень красивая студия, здесь очень приятно с вами находиться. И, конечно же, хочется сказать, друзья, приходите на премию «Высшая лига». Спасибо еще раз, что пришли. Сейчас с гостями будем фоткаться для истории. Ну а вам всем, дорогие миллионы, целуем, обнимаем. Ну, всегда ваши. Старперцы! Хорошего дня! Вадик, Алиса, Сережа. Спасибо за вашу поддержку, любовь. Мои родители тоже здесь. Спасибо. Ура, друзья, спасибо. Мы вас любим.